Цикорий. В состав цикория входят инулин, сахара, особенно много фруктозы и дубильные вещества. А также там есть витамины С, В1, Е. Среди солей обращает на себя внимание большая концентрация калия и цинка. В качестве сырья используют корень. Цикорий применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Это гастриты, как правило, гастриты с пониженным выделением соляной кислоты. Цикорий обладает аппетитным действием. В этом случае цикорий применяют до еды. Цикорий применяется при колитах, энтероколитах, дизентерии. Но несмотря на содержание дубильных веществ, цикорий обладает слабительным действием в тех ситуациях, когда есть запор. Но самое основное, для чего применяется цикорий, это, конечно, заболевание печени. Цикорий обладает гепатопротекторным действием, то есть сохраняет печень от повреждений. Цикорий обладает свойством усиливать образование желчи и ее отделение, поэтому применяется при заболеваниях как паренхимы печени, это в первую очередь гепатит и гепатит с желтухой, так и при заболеваниях желчевыводящей системы, холециститы, холангиты, либлиоз. Цикорий применяется при желчно-каменной болезни. Он способствует растворению камней, удалению песка из желчных путей. Цикорий нормализует обмен веществ, особенно когда речь идет об углеводном обмене. Цикорий – прекрасное средство при нарушениях углеводного обмена в печени. И поэтому применяется при сахарном диабете. Цикорий обладает успокаивающим нервную систему действием.